Скажи, ты читать умеешь? Умеешь. Тогда покажи, как хорошо ты это делаешь. Будем читать сказку вместе. Ты и я. Поехали. Маша и медведь. Русская народная сказка. Жили-были старик со старухой. И была у них дочка Маша. Собрались ее подружки в лес по ягоды и пришли звать ее с собой. Отец с матерью отпустили Машу и велели ей не отставать от подруг. Пришли девушки в лес, стали собирать ягоды. Маша за кустики зашла и отстала от девушек. Ходила, ходила она по лесу, совсем заблудилась. И пришла к лесной избушке. Постучала она, никто не отвечает. Тронула дверь. Дверь открылась. Вошла Маша в избушку и села на лавочку. А в избушке жил медведь, только его тогда дома не было. Вернулся медведь вечером, увидел девочку и обрадовался. Теперь, говорит, не отпущу тебя, будешь жить у меня. Поплакала Маша, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в лесной избушке. Медведь на целый день в лес уходил и приказывал Маше никуда без спросу не убегать. А если убежишь, говорит медведь, все равно поймаю и тогда уж съем. Стала Маша думать, как бы от медведя убежать. Думала, думала и придумала. Медведь, говорит она, снеси батюшке и матушке в деревню гостинчика. Медведь согласился. Вот Маша напекла пирожков, достала большую-пребольшую корзину и говорит медведю: «Вот в эту корзину я положу пирожки, а ты отнеси ее в нашу деревню». «Только смотри, не ешь ни одного пирожка. Я на крышу залезу, буду за тобой следить». Только медведь вышел на крылечко, Маша сейчас же залезла в корзину, а сверху положила пирожки. Медведь вернулся, видит, корзина готова. Взвалил ее на плечи и пошел в деревню. Шел-шел, устал и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Маша из корзины: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок». Медведь оглянулся и говорит: «Ты чего хитрая? Высоко сидит, далеко глядит». Поднял корзину и пошел дальше. Прошел еще немного и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Маша из корзины снова кричит: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок». Испугался медведь: «Да чего же хитрая? Высоко сидит, далеко глядит». Встал и побежал скорее. Прибежал в деревню, нашел дом, где Машины отец с матерью жили, и стучит в ворота. Тук-тук-тук! «Открывайте, отпирайте, я вам от вашей дочки гостинцев принес». А собаки почуяли медведя и бросились на него. Медведь испугался, поставил корзину у ворот, а сам в лес убежал. Вышли старик со старухой к воротам, подняли корзинку, а в корзинке Маша сидит да смеется.